одна партия за другой. Десятки баллонов с медицинским кислородом готовят на отправку в Алейск. Следующие поедут и в другие больницы края. До начала пандемии объемов производства хватало для всего региона. С началом коронавирусной инфекции нехватка местных ресурсов стала ощутимой. Кислород пришлось доставлять из Кузбасса и Казахстана. Наше предприятие выпускает сегодня около 5 тонн в сутки. Это позволяло всегда обеспечить необходимым продуктом весь наш город и практически край. После увеличения потребления медицинскими учреждениями ощущается острая нехватка кислорода. Поэтому нами было принято решение увеличить производственную мощность. Вводить дополнительные мощности стали после поручения Виктора Томенко по планам. К концу сентября в крае должны производить порядка 20 тонн кислорода в сутки, в перспективе 30. К слову, в регионе до недавнего времени медицинский кислород производили только здесь. На сегодняшний день завод приобрел оборудование, которое уже активно монтируют на двух производственных площадках – в Барнауле и Славгороде. В краевой столице будут выпускать 10 тонн кислорода, на втором объекте – 5. Основное технологическое оборудование на сегодняшний день смонтировано. Идет обвязка оборудования, электроснабжение данного цеха выполнено. И в сентябре месяце планируется смонтировать уже связь с шкафов управления, с оборудованием и приступить к пусконаладочным работам. Кроме того, в одном из региональных медучреждений появится кислородный концентратор. На его приобретение и установку из федерального бюджета уже выделили почти 33 миллиона рублей. Такое оборудование позволит вырабатывать для больницы порядка 1-2 тонн кислорода в сутки. Все эти меры пока позволят обеспечить кислородом половину медучреждений края. София Яценко, Дмитрий Денисов. День с толком.